Сегодня мы читаем недельную главу, которая называется «Насо». Это одна из 54, спасибо, одна из 54 недельных глав, на которой разбит текст Пятикнижия, как я уже говорил. И это 35 раздел Торы. Книга «Числа». Второй раздел книги «Чисел». Краткое содержание такое. После завершения поголовного исчисления евреев отдельно подсчитывается количество левитов в возрасте от 30 до 50 человек. От 30 до 50 лет. Всего их получается 8580 человек. Тех, кто были пригодны для служения и переноски святилища. Всевышний сообщает Моше закон о соте, распутной жене, заподозренной мужем в неверности. Также дается закон о Назире, человеке Назарее, человеке, давшем обет воздержание от вина, которому запрещено стричь волосы и становиться ритуально нечистым. Первосвященнику Аарону и всем его потомкам, коэнам, дается заповедь благословлять народ Израиля особым тройным благословением. Это, кстати, именно то благословение, это молитва, которая после каждого шаббата наш раввин или пастор благословляет всех нас. И сегодня также это будет в конце самого нашего служения. Главы 12 колен Израилевых приносят свои подношения в честь освящения жертвенника, хотя дары их все одинаковы. Это краткое содержание еще. И они приносятся не в один день, то есть все главы колен принесли свои жертвы, и они приносят их в разные дни на протяжении 12 дней. И во всех подробностях все это отдельно описывается в этой главе. В этой главе есть один момент, который мне понравился и на который я обратил внимание. И он вот находится в этих стихах. Это числа с 4 глава, с 24 по 27 стих. Там говорится следующее. «Вот работы семейства Герсоновых. При их служении и ношении тяжестей они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу входа во двор, которую вокруг скинии, и жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним, и все, что делается при них, они должны работать. По повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Герсоновых при всяком ношении тяжестей и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят». Как мы помним, перед этим Бог дал четкое указание, как строить скинию, и сейчас Он указывает, кто будет служить в скинии и чем заниматься. В другом переводе, в 4 главе 27 стихе, есть такой вариант перевода одного из стихов. «Вся служба сынов Гершона по поддержанию сохранности и переноски будет под наблюдением Аарона и его сыновей. У сынов Гершона будут точные указания для всего, что они несут». Как мы видим, что перед служением, как священники вступают в свое служение, им дают все необходимое для их служения, и Бог четко говорит, что делать каждому из них. Бог выделяет из левитов семьи и четко прописывает для них свои задачи. Зачем я как бы обратил на это внимание и прочитал этот стих? И скажу вам, что в этих стихах мы видим, что перед выполнением своих задач священников, Бог говорит им четко, что им делать и как. Перед выполнением миссии Бог все это проговаривает. И Он также четко скажет нам, какие у нас задачи, что нам делать и в каком виде. Так было раньше. В скинии Моше получал указания от Бога, от Всевышнего, и передавал их дальше священникам Израилевым и говорил, что им делать.
Но как нам сегодня услышать вот то, что говорит Бог, да, для нас, чтобы нам понимать, какие наши задачи? Что Бог говорит о нашей миссии в жизни, в которой мы живем? Сегодня у нас с нами нет Моше, и скинии у нас тоже нету. Может быть, нам стоит воссоздать скинию тогда и спросить, и зайти туда и спросить Бога, что нам делать по жизни. К сожалению, у нас не получится это сделать, потому что Моше не с нами. Как мы можем услышать голос Бога сегодня в таком случае и понять, что Бог говорит с нами о нашей должности, что Он говорит нам о нашей миссии, о нашей должности и каковы задачи наши сегодня? Действительно, в те времена Бог говорил с Моше напрямую, когда он заходил в скинию. Это видно в стихе, числа 7 глава, 89 стих. Когда Моисей ходил в скинию, собрание, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двумя херувимами. И он говорил ему. И как же Бог говорит нам сегодня, как нам услышать голос Бога, да? В то время Моисей слышал Бога в скинии напрямую. И как нам услышать голос Бога сегодня? Если скинии нету больше, и храма больше нету. Действительно, нам не нужно собирать скинию сегодня, и нам не нужен для этого Моше. Нам нужна Тора для этого, для понимания. Но скинии и Моше, именно личности, как личности, нет необходимости. Сегодня у нас есть возможность общаться с Богом напрямую с помощью Святого Духа. Через Святой Дух. Иешуа оставил нам этот Святой Дух перед своим уходом. Считайте, что мы знаем, что в Иешуа исполнились все пророчества Торы, и что он обещанный Мессия Израиля. И далее он дает нам указания, как мы можем общаться с Богом. Он делает это возможным посредством своей жертвы. И считайте, что Святой Дух — это как такой невидимый смартфон, да, который есть у каждого человека, который хочет его получить. И по этой как бы линии, через Святой Дух, мы имеем связь с Богом, со Всевышним. И по этому смартфону, по этой связи у нас без лимит. У нас все оплачено, то есть нам не нужно платить счета. В Иоанна, в 14 главе, 26 стихе, Иешуа говорит, это перед тем, как он поднимался на небо, восхождение после того, как он воскрес, он говорит, что «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». То есть такой теперь у нас как бы такая вот схема, да, общения. Хорошо, получается, что сегодня Бог говорит лично каждому человеку через свой определенный канал, через Святой Дух. Это мы выяснили. Но может ли абсолютно каждый человек слышать Святой, ну, Бога, да? Или Бога слышат только определенно какие-то люди? Ответ, скорее всего, второй, как бы вот, что определенно какие-то люди слышат Бога, да? Но этими определенными людьми может стать любой человек. Каждый человек может стать таким, который слышит Бога. И что нам нужно для этого сделать сегодня? Для того, чтобы понять, что говорит нам Бог и какова наша миссия в этой жизни, для того, чтобы у вас была возможность входить в общение с Богом, то нужно сделать некоторые шаги для того, чтобы четче слышать голос Бога. Это
иметь желание стать частью избранного народа и также родиться свыше, и тогда вы сможете в точности слышать то, что говорит вам Бог. Первое — это, конечно, желание услышать то, что говорит Бог. И второе — это рождение свыше, то, как говорил Мессия. В Иоанна, в 3 главе, с 1 по 8 стих, Иешуа встречается с одним из главных учителей, фарисеев того времени, Никодимом. И происходит такой разговор. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: „Должно вам родиться свыше“. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа“». Из этого получаем, что для того, чтобы понять в точности свои задачи и миссию, которую нам нужно выполнять здесь, на планете, Земля, от Всевышнего нам нужно прямое общение с Ним самим. Для того, чтобы понимать задачи, да, нам нужно прямое общение с Богом. А для того, чтобы иметь прямое общение с Богом, нам нужно родиться от Святого Духа. На иврите «руах акодыш» переводится так. «Руах» — это слово с иврита, еврейское слово «руах». Это переводится как «дух», и еще переводится как «ветер», «воздух» или «душа». И «кодыш», «руах-ха-кодыш», второе слово «кодыш» — это «святой» или «священный». Благодаря Иешуа Мессии сегодня нам не нужно строить скинию, нам не нужен лично Моше или какой-то человек, через которого нам будет Бог постоянно давать указания. Нам, как бы рожденный свыше человек, слышит и учится слушать голос Бога внутри себя. Таким образом, мы можем иметь общение с Богом сегодня. И Бог общается с нами сегодня через Священные Писания, Тору, Библию, во время молитвы, через откровения от других людей, через ситуации в жизни и также во время служения в общине, которую этот человек посещает. Через все это Бог направляет лично каждого человека и указывает на те вещи, которые ему нужно делать в жизни. Такое вот преобразование произошло в наше время благодаря Иешуа в наши дни. Теперь мы можем иметь общение с Богом напрямую. Всем шаббат шалом, спасибо.